Привет, танкисты. С вами Сонгтон. Сегодня у меня очень трагическая новость. Меня бросила девушка, и я кинул не на свой аккаунт 3000 золотых. Было бы так весело, если бы хотя бы 3000 золотых пришли на мой аккаунт. Но они оказались у какого-то счастливчика. Чек, как назло, я выкинул. И сегодня же я не смогу показать вам обзор на лор 150-50 стоковый, а покажу на топовый AMX-13 F3 в моем излюбленном танке. Очень, как сказать, интересный, своеобразный. Нажимаем в бой. И сейчас я покажу, как же все-таки правильно стрелять на AMX-13 F3. Сразу хочу предупредить, что настроение у меня паршивое. И точных выстрелов от меня не ждите. Я буду до конца сводиться. Буду стрелять за танк. Мне похрену. Вообще, танки — это игра для настоящих мужчин. А так как я таким не являюсь, то лучше покажу обзор в следующий раз на пасьянс. Игра для настоящих работников. Как вы знаете, что моя личная жизнь напрямую связана с родителями, то мой обзор будет очень коротким, так как мне разрешили всего лишь на 20 минут. Самая привычная позиция для артиллерии — это кусты. Да-да, кусты. Я-я! Итак, мы нашли самый примитивный куст. Коряжник, можно так сказать. Итак, сводимся в любую часть региона, пока не видим никого абсолютно. Как вы заметили, что на всех моих выпусках у меня 4 голды, но я ими не стреляю, так как не умею. Итак, мы видим М6, берем. Сводимся на БДР и стреляем за танк. Обязательно. Вот мы убили его. К моему великому удивлению. Это, как сказать, очень сложно было. Вот видим еще один БДР. Стреляем еще раз за танк. Он уезжает. Да. Да, мам. Да, я покакал. Ну, коричневый, как обычно. Да-да, сейчас поем. Помою я руки. Помою. Давай. Итак, танкисты. Как вы уже знаете, с вами Сонгтон. Сейчас я буду стрелять, наносить дамаг по Т-43. Танк очень проблематичный. Не советую вам на него идти, так как играть вы с ним не сможете. Итак, сейчас мы видим Т-20. Будем стрелять за танк в надежде на то, что попадем. Снаряд попал, как мы видим. Наверное, я не видел его трассера. Да я вообще не видел танк. Сейчас я буду стрелять опять же за танк, в надежде на то, что опять я попаду. Попал.
Но обычно, когда мне везет, мне так не везет. Просто сейчас депресняк охватил. Стрелять будем по Хумелю, который сейчас, вероятно, додумается и будет уезжать с этого места. Но его задамажили намного раньше. Следовательно, мы будем стрелять по БДР, который только что пропал из-за света. Сейчас попробуем надамажить ему. Вот здесь повалился куст, следовательно, здесь танк. Стреляем примерно вот сюда и не попадаем. Это очень сложно рассчитывать. Тактику езды, трассерс и скорость танка. Поэтому я всем советую купить секундомер, часы и быть более точным в своих наблюдениях. Итак, мы сейчас видим не совсем точную игру с моей стороны, даже сказать очень неточную. Я стреляю просто так, разбрасываю снаряды в надежде на то, что там окажется вражеская арта, которую уже давно убили. Итак, сейчас я попробую домагнуть по КВ-3. Его убили, но я все равно стрельну. Итак, сейчас мы видим вражеский Т-43. Он уже опомнился, начал уезжать с этого места. Вертеться, кривиться, картониться. Сейчас мы все равно по нему стрельнем, в надежде на то, что попадем. Я не знаю, как стрелять, поэтому стрельну куда-нибудь вот сюда. Нахуй. Но снаряд очень своеобразная штука, поэтому он может попадать и не попадать. Итак, сейчас мы будем сводиться туда, где будем считать, что где находится сушка наша. Поэтому мы долбим, в надежде на то, что попадем. Снаряд перелетает. И я на этом заканчиваю свой выпуск. Надеюсь, что я вам очень помог. Хотя я и не старался. До свидания. Я был очень рад. Всем спасибо. Всем пока.